28 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Македония Георгием Ивановым, прибывшим в нашу страну для участия в третьем глобальном бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Генджеви. Глава государства с удовлетворением вспомнил предыдущие встречи с президентом Республики Македония Георгием Ивановым. Отметив успешное развитие двусторонних связей между нашими странами, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества и в экономической отрасли. Президент Македонии Георгий Иванов поздравил главу нашего государства с большими успехами, достигнутыми Азербайджаном в последние годы, высказал добрые пожелания, связанные с развитием нашей страны. Георгий Иванов оценил проведение первых европейских игр в Баку как большое историческое событие. На встрече было отмечено наличие хороших возможностей для расширения двусторонних связей между нашими странами. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в области энергетики, инвестирования, реализации совместных проектов, образования и других сферах.